Добрый вечер. Мы продолжаем занятия по книге Хобат а-Левавот Рабейну Бахья. И у нас идет 148-е занятие. Мы находимся во вратах девятых, врата отрешенности. И начали разбирать в разделе пятом тему, связанную с конкретными проявлениями, где эта отрешенность она применяется. Говорит автор, во-первых, эти отрешенность, она в трех сферах. Во-первых, в наших отношениях с другими людьми, в наших связях с ними. Уже тему мы разобрали. Во-вторых, в сфере наших дел, не касающихся других людей, а только наших телесных чувств, видимых органов нашего тела. Это то, что мы начали, и вот будем продолжать на этом занятии. И, надеюсь, успеем еще. И третья сфера, касающая сокрытого в душах наших душевных качеств, мыслей, сердечных помыслов. Говорит автор так, что то, что касается нашего тела, в первую очередь, это касается пяти органов чувств наших, посредством которых мы воспринимаем мир. И тут мера отрешенности, она очень существенна, что мы могли, умели ограничить себя в этом. Мы разобрали уже плохие последствия отсутствия ограничения в органе под названием язык. Сейчас перейдем к остальным органам. Глаза. После того, постарайся зажмурить глаза твои и обуздать свое зрение. Видите, нужно приложить массу усилий для того, чтобы как-то контролировать, что мы смотрим. Что он хочет сказать нам? Тут есть как бы две составляющие в этом. Чтобы не смотреть то, в чем нет нужды, по-русски это называется пялиться, типа того. Да. Глазеть, пялиться. Неважно что, да, просто это интересно, что тут происходит. А второе, то, что отвлечет твое сердце от размышления полезным для тебя. То есть есть вещи, которые, может быть, они и нужны, да. Но если прикинул, что важно, что не важно, есть многие вещи, которые нас интересуют исключительно, я знаю, там кто-то скажет, что это любопытство интеллектуальное, которое нельзя никак ограничивать. Есть что-то в этом. Но опыт показывает, что это любопытство уводит нас от главного. Есть люди, которые посвящают себя, скажем, изучению энциклопедий. Ну, в наше время таких практически нет, но были, я помню, были такие люди, которые хотели знать, старались, вкладывали в это. Но когда придет время уйти из этого мира, то, видимо, эти энциклопедические знания не помогают им ни в гробу, и ни в том свете, нигде. То есть это не помогает им в... уводит их, как тут сказано, отвлечет твое сердце от размышления полезным для тебя. У нас все, видите, очень, так сказать, связано все с конкретным результатом. Полезный, не полезный. Проверяется согласно этому. И есть, по-видимому, третье, что тут, скорее всего, будет уже тоже указано, это есть запретное, на которое нельзя смотреть. Альта туру ахарели вавхеем, ахарейнахем. Нельзя идти за своими глазами. Потому что глаза очень любят запретное. Наоборот, чем это более запретное, это более всего и притягивает. Очень хочется подглядеть, посмотреть, что там происходит. Поэтому он говорит... И откажись от разглядывания лишнего так же, как от приносящего тебе вред. Ведь Творец предупреждает нас, и не следите за вашими, и не следуйте за вашими сердцами, и за глазами вашими. Видите, то, что мы сказали на иврите, вот приводит это выражение из Торы.
И сказали наши мудрецы, будь благословен их память, сердца и глаз, два сводника греха. Да, ясно, очевидно, что, как у нас сказано, лев хомед, сердце возжелает, а глаза ему помогают добиться этого вожделения. Но пользуйся своим зрением, чтобы смотреть на создание Творца, привнесенного, чтобы вдуматься и размышлять об увиденном, чтобы на основе этого осознать могущество и мудрость Творца. Тема эта, она сама по себе. Это, тут мы ее, естественно, не будем все раскрывать, даже тут смысла нету. Глаза очень тяжело их контролировать. Каждый, кто пытался это сделать, он знает, это колоссальное испытание. Но это возможно. Сказано в Торе, что Авраам Авину, наш праотец Авраам, он имел контроль над всем своим телом. Но пять составляющих тела ему не удалось, он не смог взять под контроль. Когда он добился максимума, то есть всего, так сказать, максимум, который есть минус 5, эти 5 он получил в подарок. Эти 5, их цифровое значение буквы Гей, это то, что было добавлено в его имя. У него было имя Авраам. Когда добавилось эти 5 окончательных возможностей контроля себя, то имя его стало Авраам. То есть вместе с буквой «Гей», с этой пятеркой. Контроль он получил в качестве подарка и унаследовал всем своим потомкам над глазами, над ушами, ну, еще над определенным органом, который очень тяжело контролировать. И с тех пор это возможно. И у нас есть массу примеров наших мудрецов и праведников, которые полностью контролировали свое зрение. Они никогда не смотрели по сторонам, не смотрели, не пялились, не просто смотрели на что-либо, что может отвлечет их сердце от размышления полезным. Такое существует. Это мера отрешенности. И если кто-то на этом зациклится, будет очень большая проблема. Если кому-то с легкостью идет, ну, по-видимому, это осуществить, это придет ему большая-большая браха, большое благословение, потому что нам поступает через глаза такое количество информации, что просто не дает нам возможность сконцентрироваться. В былые времена человек вел естественный образ жизни. И вокруг него все было естественно. Картинки не мелькали. Не было этого. Поэтому он видел постоянно приблизительно ту же самую картину своей деревни, не знаю, где он жил, или там место, где он жил. Это не позволяло ему, давало ему возможность сосредоточиться гораздо больше во всем. В наше время, и чем больше времени идет, все, что связано с развитием технологий, наши глаза просто все должно там мелькать. Мы видим так много информации, так много поступает нам, самых разных, что это явно отвлекает нас от развлечения полезного для нас. И люди, которые взяли на себя этим не заниматься, да, не смотреть это, или вообще не смотреть, и степень свободы в этом мире на порядок, на несколько порядков выше у тех людей, которые считают себя очень такими продвинутыми или развитыми и так далее, они знают все, да, но возможности что-то понять глубоко и задуматься над чем-то серьезным у них практически уже отсутствует. Важно, необыкновенно важно стараться держать контроль над своими глазами. Это первое. Дальше он говорит, надо также и контролировать свои уши. То есть, что мы слышим в той же степени. Это точно так же отвлекает нас. То есть, дальше он говорит, а затем постарайся плотно закрыть свои уши. То есть, надо зажмурить глаза. В принципе, это единственная возможность остаться самим собой. Остаться самим собой. В конечном итоге мы хотели остаться самим собой. Как можно остаться самим собой, если мы видим вокруг себя так много интересного происходит? И точно так же так интересно рассказывают, что-то тут происходит. Да, надо самому добавить, что-то тоже сказать. Это коммуникация идет, уши. Так он говорит, смотрите, кто дошел до меры отрешенности, до качества этого, то нужно
эти уши плотно закрыть, чтобы не слышать ненужного тебе, и по мере сил откажись от того, чтобы слушать лишнее, и не слушай того, что не приносит тебе пользы. Лишних разговоров, ложь, сплетни, злоречия. Видите? Очень просто. Да? Снова эти категории, которые мы уже разобрали перед этим. Есть то, что мы слышим, оно ненужное. То есть нужно отказаться от того, чтобы слушать лишнее. Не слушай того, что не приносит тебе пользы. Теперь, что ненужное? Что значит не слушай ненужного тебе? Есть вещи, которые они запрещены. Сплетни, злоречие, злословие, ложь. И это все нельзя слушать. То есть спрашивают, почему у человека есть мочка на уши, на ухе. Почему есть мочка? Как раз удобно так, знаете, раз и герметически можно закрыть это ухо. Были времена, так люди делали, были такое там, что надо. Надо плотно закрыть свои уши. Вы видите, есть вещи, которые нам вообще нельзя слушать. Нельзя слышать плохое о других людях. То есть мы говорили о законах злословия. Злословия перед этим, они включают не только человека, который сам говорит злословие, но и тот, который принимает это злословие. Его грех такой же. Поэтому это запрещено теперь. Естественно, кроме этого, что еще есть? Есть просто, как по-русски говорят, трепаться, или как говорят? Болтовня. Поговорили о том, смотришь, 2 часа прошло, о чем говорили? Да неважно, хорошо поговорили. Главное, что хорошо поговорили. Да. Естественно, что есть большая женская потребность к разговору и так далее, к общению. Тут, может быть, они проходят по другой категории, да. Но явно мужчинам требуется воздерживаться, кроме общения с женой, необходимости выслушать ее во всем остальном. Должны придерживаться этого. То, что не нужно слушать, не надо слышать. И есть эти вещи лишние, которые явно не приносят пользу. А что да, надо слышать? Для чего дали тебе эти уши? Чтобы слышать мудрость, чтобы учиться чему-то, чтобы приносить себе пользу, душевную пользу себе. И отдались от того, что может привести тебя к неподчинению Богу, к тому, что ты оставишь его заповеди. От определенного рода песен, музыки, смеха, веселья, отвлекающих от заповедей добрых дел. И обрати свое ухо к словам мудреца, знающим Тору его, как сказал мудрец, обрати свое ухо и слушай слова мудрецов. Человек, который он хочет быть отрешенным, ему должен быть очень осторожен в том, какого рода музыку он слышит. Не сказано, не слушай музыку. Сказано, какой вид музыки ты слушаешь. Есть музыка, которая уводит человека от богобоязненности, уводит человека от серьезности. Это очень просто. Музыка, есть самый разный вид музыки. Да, да. Есть музыка, которая изначально она проецирует на нас самые низменные чувства. Как правило, эта музыка, она пришла где-то из Африки, там, где есть... кецев, ритм, нет, еще какое-то есть слово, пум-пум-пум, барабан. Когда основное действующее, как бы основное составляющее музыкальное, оно построено на ритмике, не на мелодичности. Целая тема. Проверка какая. Вот слушайте вы музыку, да, слушайте музыку, да. Если чувствуете, что хочется плясать, двигаться под ритм этой музыки, то это отвлекает от всего. Если чувствуете, что невозможно это слушать без того, чтобы сесть и закрыть глаза, о, это музыка уже, которая касается души. Когда есть такая музыка, тут разбирается тоже еще на 2 части. Одна часть, которая она может увести нас, тем не менее, она действительно очень задушевная, но она связана с... как бы по-русски, любовной лирикой. Она тоже не подобает для нас.
А другая музыка, которая, она, наоборот, она приподнимает нашу душу. И есть действительно немало задушевных мелодий, которые человек чувствует подъем, силу, наоборот, у него только еще больше пробуждает его богобоязненность. Надо быть очень осторожным. Музыка имеет прямое влияние на душу. Она, что называется, не опосредованно ко всему, а непосредственно она влияет на душу. Запах тоже. Запахи тоже влияют прямо, без разума. Вкус тоже, да, но вкус, он это уже что-то другое. Да, да. Тут речь идет о влиянии гораздо более высоком. Да. А еще ни разу человек, попробовав вкусную пищу, у него не пробудилось желание к духовности. Наоборот, так сказать, удовлетворение от съеденной пищи. А в отличие от этого, запах порой пробуждает человека к чему-то более такому, знаете, подталкивает к чему-то более высокому, что-то хочется. И точно так же и музыка человека может пробудить. Но надо быть осторожным с ней. То же самое смех и веселье. Оно и бывает разное. Есть там, где собрались похохотать. И это называется цирк или, не знаю, это там насмешище какое-то. А есть, где есть юмор. Обратите внимание, как у нас очень разделяют. Наши мудрецы часто были наделены чувством юмора и всегда открывали занятия какой-то шуткой для того, чтобы как бы открыть сердце слушателей. Это очень древний прием, который был всем известен, и это приветствуется. В отличие от этого, просто сесть для того, чтобы похохотать, то, по-видимому, это да, какая-то кинокомедия. То, по-видимому, это не тот путь, который... Не путь для отрешенных. Это уж точно. Итак, нужно контролировать, что мы слышим. Что мы слышим. Дальше. После этого постарайся обуздать чувство наслаждения от еды. Тут уже у нас проблема. Теперь я предлагаю, тут мы быстро это пройдем, так, чтобы никого не нервировать. Отрешено все-таки, мы же не говорим про нас. Да. Хотя надо к чему-то стремиться. Ну, хотя бы поймем, что тут сказано, теория. Обуздать чувство наслаждения от еды. Так, чтобы есть и пить достаточно, но отказываться от того, что выходит за пределы этого. О, видите, он говорит, вот, видите, это отрешенность, это не то, что мы там вообще там не едим и голодаем, то это. Может, он даже упомянет об этом дальше чуть-чуть. Но путь... И отрешенности это путь, надо есть и пить достаточно. Вся проблема это, когда мы начинаем хотеть что-то дополнительно, добавки, по-русски, добавки. Съел свою порцию, а можно добавки? Что добавки? Про нее речь идет. Или вроде все здоровая, хорошая пища. Не, ходим, крутимся вокруг, ищем, что еще поставить, какое-то это... что-то такое, что с перчиком, чтобы было что-то какое-то... Видимо, это он имеет в виду, что не было вкусно чересчур. Совсем вкусно было. Теперь он говорит, как можно достичь подобного. Достичь этого можно следующим образом. Ограничь себя количеством сопутствующих блюд, которые едят с хлебом. И обходись одним только блюдом, если сможешь. И при том самым малым количеством его, насколько это для тебя возможно. Или для того, чтобы помочь себе съесть свою порцию хлеба, но не для удовольствия. Вау. Это, кстати, интересное наблюдение. Кто привык к хлебу, то есть наш брат, он совершенно не понимает, что можно усесться за обед без куска хлеба. То есть, когда там человек приходит, и, значит, и вот обед, ужин, не знаю, что, и трапеза. А где хлеб? То есть, если есть хлеб, есть люди, которые едят хлеб с хлебом, то это тоже такое есть. Это хлеб, да, основная пища, это кто к этому привыкает, он ему. Надо это как-то сломать, говорит нам Рабейну Бахья. Так он говорит, смотрите, не надо ограничений в еде, но ограничьте себя в сопутствующих блюд, которые едят с хлебом. То есть не отказывайся от хлеба. Не получится. Но зато от блюд, которые ты добавляешь под хлеб, да, так сказать, и первое, да, я знаю, там, 10 салатов. На субботу это наоборот, вот хорошо.
А вот посередине, я знаю, просто вот, не, на неделе. Ну, по-видимому, это чуть-чуть лишнее. И тогда можно обходиться только одним блюдом, если сможем, при том самым малым количеством ее. То есть одно блюдо, не несколько, а одно, гарнир, или как называется, гарнир, да? Один, без там трех видов, четырех видов. Вы видели когда-то, как люди попадают в, особенно там, в гостиницу, есть там шведский стол? Вы видели эту картину? Все, что там есть. А там есть много. Все у них на... Причем в количестве, которое никто не в состоянии съесть. Видели эту картину? Кошмар. И привыкай обходиться иногда без этого блюда одним хлебом, чтобы приучить к тому свое тело, пока подобное воздержание станет легким для тебя. Видите? А путь, который есть людей праведных, отрешенных, это чуть ли не есть хлеб с водой. На практике нашей, естественно, что это мало осуществляется, но такое было и есть. Я даже знаю таких людей, которые это, кажется, практикуют. И если ты сможешь отказаться от таких соответствующих блюд, приготовления которых требует затраты сил, обходится тем, что не требует никакого труда, и тогда что? Можно обходиться тем, что не требует никакого труда. Например, маслины. Тогда ели, как бы это была пища, маслины, сыр, инжир, виноградные ягоды, виноград и тому подобное. То делай это, если можно обойти всем этим, что не требует усилий и всего прочего, то для жены тоже массу времени можно сэкономить. И сделай свою дневную трапезу более легкой, чем ночную. Если ты обычно ешь два раза в сутки, чтобы ощутить легкость в теле в течение дня и облегчить свое исполнение обязанностей, относящихся к Торе и их делам мира, то после этой заповеди, после этого заведи себе обычай поститься. О, теперь, то что он говорит? Он говорит о том, что надо дневную трапезу сделать более легкую, чем ночную, для того, чтобы функционировать целый день хорошо. Это то, что он предлагает. Естественно, что если мы насытимся, то типичную картину, которую мы видим после плотного обеда, что хочется? Чуть-чуть вздремнуть, поспать. Почему? Потому что переваривание пищи, оно забирает у нас в основном этот приток крови. Вместо того, чтобы он приходил к нам в мозг, он уходит в другое место. Поэтому нам как бы после такой еды функционировать, вот, учиться, находиться в бодром состоянии духа сложно, тяжело. Поэтому лучше столько времени, сколько мы хотим функционировать, надо не есть много. Теперь дальше он говорит. После этого заведи себе обычай поститься, если ты только крепок телом. Если ты не крепок, не постись. Ты вообще ни к нам не относится. Делай все, чтобы приучить себя быть неприхотливым в еде и питье, используя это как средство самовоспитания, стараясь есть и пить ради поддержания здоровья, а не ради насыщения. Ну, видите, идеал, что вам сказать. Все мы понимаем это, скорее всего, даже можем цитировать, тяжело это осуществить. Снова только хотя бы напомним, о чем речь идет. Приучить себя быть неприхотливым в еде и питье. Вообще это всегда хорошо быть неприхотливым. Просто это часть. Это человек, который... А я привык только этой. Особенно у детей, которые возраста 20-30, а порой 40-50 лет. Которые говорят, а они вот привыкли в детстве, вот это есть это, и они все остальное не едят. И что-то им преподнесут. Нет, нос крутят так, не крутят так. Но... Надо быть неприхотливым. То, что есть, есть. Да. Теперь... Тот факт, что мы это осуществляем, это одно из средств самовоспитания. Видите, ясно и понятно, что человек должен себя воспитывать. Да? Не других, а себя. Вот одна из них – это вот в области питания. То дальше. Это то, что касалось еды. Кроме этого, мы еще и пьем. Что касается напитков. Из напитков следует пить воду.
Видите, какое откровение. А что альтернатива? Кока-колы же не было. Тогда как вино следует пить только ради поправления здоровья и для того, чтобы изгонять из сердца заботу и тревогу. Как сказано, дайте пьянящий напиток пропащему и вино огорченным душой. Видите, были времена. Не было всех этих напитков, которые мы, так сказать, избалованы цивилизацией. Основные сладкие, которые портят наше здоровье. А люди пили вино. Вино это было как бы, это было кока-кола, это было пиво. Вино пили. Натуральное, хорошее вино пили, не как сейчас. Для чего? Видите, есть, которые пили для здоровья. И действительно выяснилось уже давно о том, что вино такое, ну, красное вино, которое, оно помогает перевариванию пищи, и многие влияют хорошо на сердце. Сухое вино только, сухое натуральное вино, которое есть, оно красное вино, оно видите, поправляет здоровье. Для того, чтобы изогнать из сердца заботу и тревогу. Действительно, человек озабочен. Не было и раньше антидепрессантов, психологов не было. Человек находился в плохом расположении духа, да, его никто не уважает, никто его не считается с ним, принижен, то это. Пришел домой, еще жена там его послала куда-то. Выпил, смотришь, легче стало. Но это единственное, что человеку делать. Ему же надо как-то выжить в этой ситуации, когда никто его не понимает, никто с ним не считается. Мама уже, так сказать, состарилась, а ей уже не до тебя. Надо жить-то тоже надо. Так вот, выпил, легче стало. Снял заботу и тревогу. Теперь, где проблема? Проблема номер один. Если проделывать это, принимая эту терапию каждый день, то, как и все остальное, мы становимся просто алкоголистами, даже если мы это делаем в маленьком количестве. Надо очень избегать этого. То есть надо это брать время от времени. То есть, как он говорит, но берегитесь, чтобы не пить его много и не злоупотреблять им. То есть две вещи есть. То есть когда мы, что называется, открыли бутылку, чтобы не прикончить ее, сколько нужно, чтобы снять с сердца тревогу? Я не знаю. Но, по-видимому, я не знаю. Но, по-видимому, каждый должен как-то рассчитать. Он должен один раз проделать эксперимент. То есть начать с маленького, чуть-чуть поднять. И пока не почувствует, что это только не сразу. Это же пока стукнет в голову. Это же тоже забирает пару минут. Значит, нужно взять там 50 грамм, потом добавить еще 20, еще 20. И смотреть свою меру. Предположим, это 150 грамм вина. Седер, теперь ты знаешь, что 150 грамм. Теперь знаете снова, 150 грамм за один раз, это не как разбитые на составляющие. Это надо не доводить себя до состояния, когда потом будем искать пути, как и вылечиться от алкоголизма. Но, по-видимому, видите, как были времена. Это лучше, чем все остальное. Так оно, так кажется. Не злоупотреблять. Имеется в виду не злоупотреблять, не пользоваться этим часто. А уж точно не пользоваться этим каждый день. Каждый день катастрофа. Ноль. Эфис. Нельзя. Время от времени снять напряжение, снять это. Человек здоровый, выпил, с ним ничего не происходит. Выпей столько, сколько ты знаешь. Тебя поднимет тебя настроение, расслабит тебя. Не более того. Предупреждаю, многие так поняли, что в субботний вечер вообще это мицва. Действительно, есть такое, да, есть о чем тут говорить. Да. Но только жены докладывают о том, что это просто выливается в том, что, так сказать, ну, в стельку просто, ну, мицва, так он так понимает. То есть он сначала делает кидуш на красное вино, портвейн, ну, крепкое такое, которое, да, а оно бьет в голову хорошо. А после этого еще добавляет один стакан, и готово, все, начинается уже там не очень приятное субботнее времяпровождение. Очень остерегаться от этого. И много приводит, много цитат, вреда, который может привести вино. Да. Вино может и принести нам добро, а может много зла. Оберегаться надо. Дальше. После этого постарайся удержать свои руки. У нас еще есть руки. Руки – это хуша-мишуш.
осязание. Осязание. Не позволяем казаться чужого имущества. А что-то проблема. Видите, что-то проблема. Проблема в том, что мы можем нашими руками это сказать. Нравится, дай мне пощупать. Чужое, не свое. О, вот тут надо отдалиться от всякого рода кражи, обмана, присвоения чужого, причинения ущерба другим людям. Пусть будет неторопливое движение рук твоих. Видите? То есть как можно перестать все это делать? А контроль начинается с частного протягивания руки к чужой вещи, с тем, что вообще мы ограничиваем движение наших рук. Вообще. Неторопливые движения рук твоих. То есть обдумай последствия. То есть никогда инстинктивно, просто так вот как глазами, бесконтрольно, точно так и руками, бесконтрольно. Раз взял, а потом подумал, вай, так я же своровал. Но это для тех, которые еще что-то понимают. Остальные вообще уже этого даже не понимают. Считай недостойным для себя даже помыслить о возможности сотворить зло своими руками. Видите, до такой степени. То есть, снова помните эту идею, которую мы в прошлый раз говорили, что нужно довести в этом до такого состояния, когда все эти нарушения, они, это будет как полное зло. Как, ведь мы тут находимся на границе. Мы находимся на границе того, что вроде можно, вроде нельзя, так сказать, ясно не определено. Даже это, там, где мы понимаем, что не следует это с точки зрения отрешенности это делать, нужно, должно быть это полностью запрещено. Противно должно быть. Да. Просто не подобает. Быть, как бы, воспитать в себе отвращение к этому. И ты должен пользоваться руками своими для добивания жизненно необходимого тебе. То есть, для чего, да, нужны руки? Да. Для добывания жизненно необходимых тебе. Работа, как положено, так сказать, для ремесла. Это отвратит тебя от того, чтобы просить у людей или брать запрещенное, или пользоваться людской милостью, подарками, благодеяниями, наделять своими заслугами достоинства тех, кто оказывает тебе милость. И тогда ты не будешь обузой для других людей. Как сказал один из мудрецов, Бог одарит милостью раба своего, который отрешился от этого мира, его отрешенность не была в тягость любящим его, и он снял с их плеч заботу о себе, кормя с трудами рук своих в разных ремеслах. Видите как? Нас больше поощряется картина, которая чуть-чуть отличается от современной. Когда человек, да, заботится о себе, когда человек, да, работает тогда, когда необходимо, для того, чтобы не оказаться бременем на плечах у других людей. Правильно, близких, родственников, а иди знаю, его всего цибура, общества, всего человеческого общества. Да. То это одно. Дальше у нас, оказывается, есть еще один орган, и органы есть ноги. Ноги. Куда они нас несут? Он говорит, точно так же нужно и обуздать свои ноги, чтобы не шли они путями нечестивых, ищущих излишеств. Как сказано, счастлив человек, который не ходил по совету нечестивых и на пути грешников не стоял. Но беги за всяким добрым делом и туда, где восседают мудрецы. Как сказано, идущий с мудрецами станет мудрый. Видите, и ноги должны иметь контроль. То есть, куда мы ходим? Куда мы ходим? Куда мы ходим? Куда мы ходим? Видите, можно прийти на урок, а можно пойти в какое-то, скажем так, небогоугодное заведение. Может быть и такое, может и такое. Видите, одних людей тянет туда, других тянет в другую сторону. Естественно, что ноги сами по себе не ходят. Естественно, что желание человека приводит эти ноги в воздействие, в движение. Да. Но ноги выполняют эту функцию. Теперь, так как у нас контроль довольно-таки ограниченный над своими желаниями, в отличие от этого, гораздо больше мы способны контролировать свои органы внешне. Поэтому он говорит,
давайте контролировать ноги. Просто как руки, как и все остальное. Если мы изначально движение рук мы ограничиваем, глаз и всего прочего, без связи с чем, запретно, не запретно, просто как принцип, то мы начинаем контролировать и наши желания. У нас все неосознанно происходит. Люди, которые что-то хотели, то есть они, видите, самовоспитание, помните, говорили слово самовоспитание. Одно из конкретных путей и средств это, например, контроль над языком, что это очень сложно. Я не знаю, глаза, язык, я не знаю, если кто, над чем сложнее. Это не говори сразу. Кстати говоря, эта тема сама по себе очень важна, надо об этом снова и снова для себя. Если глаза и все прочее, это мера отрешенности, мера благочестия. Контроль над языком – это просто спасение для самого человека. Мы же порой создаем себе все проблемы, чуть ли мы сами создаем. А что такого сказала? А что тебе надо было говорить это? Для чего? Смотри, ты сказал, а я только хорошего хотел. И все плачут вокруг. Значит, если бы можно было сделать простое упражнение, без какой-либо связи с кем-то и чем-то, а просто приучать себя к тому, что вот есть, знаете, иногда, если нажимаешь на кнопку, и сразу результат. А иногда нажимаешь на кнопку, и она, смотришь, она, занимает где-то, я знаю, там, 30 секунд, пока есть ответ. Нам нужно научиться, чтобы у нас не было, нажал на кнопку, сразу вывалило все, что у нас есть, что не нужно. Если мы возьмем себе за привычку считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, предположим, да, начать с хотя бы с 2 или с 3, мы будем спасены от множества проблем, которые мы сами себе можем создать. А если у нас получится как-то начать контролировать свой язык, то мы поймем, что можно контролировать глаза. А если глаза, то и уши, и руки, и ноги. Об этом тут речь идет. Дальше об этом еще больше будет об этом говорить. Вот видите, как он подводит итог и говорит, смотрите, мудрецы собрали эти вещи вместе и причислили эти органы, перечислили все это, сказав так, в Мишлей. Вот 6 вещей ненавистных Господу, а 7 омерзительных душе Его. Глаза высокомерные, язык лживый, руки, проливающие невинную кровь, сердце, лелеющее преступные замыслы, ноги, бегущие поспешно к злу, лжесвидетель, изрыгающие вранье и сеющие раздоры между братьями. Сказано очень так, сильно сказано. Насколько нужно оберегать свое тело, чтобы не допускать нарушений, для того, чтобы, наоборот, чтобы если нам удастся ограничить себя, чтобы мы только приблизили себя к Творцу и пути под направлению к Нему. И тогда ты должен знать, брат мой, что ты не сможешь удержать ничего из тех добрых качеств, о которых шла речь, если выпустишь из виду хотя бы одну из них. После того, как он все перечислил, видите, перечислил и наш язык, и глаза, и уши, и руки, и ноги, и все перечислил. Что он говорит? Знаешь же, смотри. Не думай, что если ты уже начал приобретать качество отрешенности, то ты можешь взять одно из них или две из них. Нет, вовсе нет. Тебе нужно взять все из них. Почему? Потому что они уподобляются жемчужине на нитке. Если вырвешь оттуда хотя бы одну из них, рассеется все, и разорвана будет ихняя связь. Оказывается, что одно работает, одно влияет на другое. Это очень составляющая важно. И потому старайся быть осторожным во всем, что касается твоих добрых качеств. И тогда каждый из них будет тебе помощником в достижении всех остальных. О,
Есть это важно сказать. Порой нам кажется, что так много нужно в себе изменить. Это недостижимо. А результат какой? Мы даже не начинаем, мы опускаем руки, прежде чем мы даже сделали какую-либо попытку. Мудрецы всегда говорят, что нужно всегда, что нужно работать над чем-то одним. Надо преуспеть в чем-то одном. Во-первых, есть шансы. Во-вторых, когда человек преуспевает в одном, это удивительно. Вдруг он обнаруживает, что он каким-то образом, даже не сильно стараясь, преуспевает и в другом. Одно, оказывается, влияет на другое. То есть, когда человек, он занимается самовоспитанием, то процесс развития этого самовоспитания, он идет по экспоненте, кто понимает, что говорят. Не линейно, не в прямой зависимости, сколько усилий, такой результат. А оно и вообще каха, поднимается, взлетает. Поэтому он говорит, работать нужно над всеми, нельзя прерывать, но надо знать, что одно влияет на другое. Не бойся этого, начиная работать над одним, ты увидишь, что это повлияет и на других. То есть на все те органы, которые он перечислил, все они должны, если уже мы снова говорим о мере отрешенности, то все они должны быть вот, взяты под контроль. И нельзя как бы отстраняться от даже одного из них. То до этого момента мы с вами перечислили вторую сферу, касающуюся как бы органов человека по отношению к самому себе. Теперь он говорит, третья сфера есть, в которой мы должны отрешаться от мира. И она касается сокрытого в душах наших. А что там? Мысли, сердечные помыслы, хорошие, дурные. Там нужно тоже отрешение. Ну, теперь скажите, ну, а как можно там отрешиться? Человек, он идет все у него на автомате. Другие какие-то мысли, какие-то, как сказал, поток сознания идет. Все время что-то, мы говорим, там что-то, все там видим, какие-то картинки. Говорит, и в этом нужно меру отрешенности. Иначе она снова уведет нас от нашего пути. Теперь, как это добиваться? Он говорит, смотрите, видите, он сейчас укажет нам в место, которое мы даже не подумали. Начало этого вида отрешенности в отдалении себя от приобретения этого мира в сердце своем и в мыслях, за исключением пищи и жизненно необходимых вещей. Все эти излишества. Чем человек, он говорит, переполнен? Сейчас уже чуть по-другому. А былые времена называлось простым словом «приобретательство». Эти мечты, вот я куплю это, я сделаю это, я построю это. И человек это крутит, и мечтает об этом, и это заполняет его душу. Планировать – это вещь необходимая. Пустое мечтание об этом, снова и снова прокручивать об этом – это вещь разрушительная. Об этом он говорит нам. Поэтому нужно и это, в этом себя ограничить. Он говорит, хотите начать контроль над своими мыслями, сердечными помыслами, начните с отрешенности в того, чтобы не мечтать о том, приобрести это, приобрести это, приобрести это. Надо ограничиться тем, что есть. Теперь он дальше говорит, что самоограничение во всем этом будет во имя Всевышнего, но не ради того, чтобы приобрести себе известность. Не для того, чтобы гордиться отказом от удовольствия или экономить таким путем деньги. И не приступай к границ, установленных Торой. Устраивай посты в субботу, в праздники, в новомесячие, или воздерживаясь от исполнения обязанностей плодиться и размножаться, возложен на тебя. Пусть твоя отрешенность от мира держится путей Торы и законов в твоих делах, как открытых, так и сокрытых. То, что он говорит, что когда мы тут сказали, что нужно отрешаться от этого, не имеется в виду, что надо отрешаться от того, что наоборот тебе повелевается, как-то трапезу в субботу, удовольствие в субботнее, или в праздники, или в новомесячье, или исполнение обязанности плодиться и размножаться.
супружеские обязанности, вдруг есть, которые действительно, особенно среди нашего брата, превращаются в таких праведников, которые говорят, ну, это, по-видимому, не надо, давай не сейчас. Это не, эта отрешенность, она не касается пути Торы. После этого сократи свои запросы в этом мире, как будто ты собираешься покинуть его вечером этого же дня. Хороший пример. А ну задумайтесь, представьте себе, да, что мы, значит, со всеми нашими мечтаниями о том, о сём, поедем, там развлечемся, планы на отпуск. И вдруг становится известно о том, что смотри, все очень хорошо, сегодня вечером на этом кончается твоя жизнь. Это очень интересно, что произойдет с человеком в этот момент. То есть будут ли у него фантазии о том, как он будет развлекаться, где-то поедет в отпуск, там, так сказать, купит что-то, знает, там еще какие-то развлечения, вкусное что-то поест, там с какой-то девушкой познакомит. Ну, посмотрим, но это его будет волновать? Не будет волновать. Вообще не будет волновать. Приходилось говорить с людьми, не те, которые сегодня вечером закончится все, а те, которые просто болеют в полной надежде, что они выздоровеют. И интересная вещь, их совершенно не в этот момент, когда им болит особенно, да, их совершенно не волнуют никакие там развлечения, поездки, то это все, совершенно их не касается. Это. В этот момент ничего. Даже это знак, медсестра симпатичная. Ну, никакого влияния на мужчину больного она не оказывает. Хороший совет. Как добиться отрешенности, представить себе, вообразить себе, что бы я думал, какие помыслы были бы у меня в момент, когда мне стало известно, что сегодня вечером жизнь закончится. Видите, хороший совет. А затем произведи отчет перед самим собой, так, как это описано выше, в предыдущей части этой книги. Помните, у нас была целая глава, касающаяся отчета перед самим собой. А потом, остав надежды, получи то, что есть у других людей, и полагайся на Бога, и будешь с готовностью, желанием принимать его постановление наказания. Все обязанности, исполняемые в сердце, которые уже объяснены выше в этой книге, ты обязан исполнить, ибо они – основа отрешенности от этого мира. Исследуй их. Приблизь к своему сердцу, и с их помощью достигнешь всякого блага. Так он заканчивает этот раздел 5, где мы прояснили три сферы, каким образом конкретно, в чем проявляется отрешенность. То, что касается человека по отношению к другим людям, то, что касается человека по отношению к себе, себя, и с точки зрения его частей тела, и то, что касается внутренних помыслов, его мыслей. В 6 разделе, мы его изучать не будем, приводит Рабейну Бахья только один за другим массу цитат из самых разных источников Танаха, Торы, пророков, писаний, которые доказывают все, что он тут говорит. Для того, чтобы это с вами... Это надо изучать, а так просто читать смысла не имеет. Поэтому мы перейдем сразу же к разделу 7, завершающему. Вот только, может быть, зачитаем последнюю часть этой 6 раздела. «И тот, кто исследует все относящееся к отрешенности от мира, найдет, что она основана и на письменной Торе, и на доводах разума, и на устной Торе. Обрати к этому делу свое сердце и хорошо обдумай в своей душе». Раздел 7. И вот он говорит нам тут тоже очень интересную, очень-очень интересную мысль, которая очень важна для нас, очень-очень важна. «Различие между людьми предшествующих поколений и нами», ведь он говорит это тогда, а что говорить между ним и нами, «различие между людьми предшествующих поколений и нами в отношении отрешенности от мира состоит в следующем. У тех людей, таких как Ханох,
Ноах, Авраам, Ицхак, Яков, Йов, его друзей, разум был чист, а дурное побуждение слабое. И души их тянули вслед за разумом. Им с их крепкой верой в Бога в сердце хватало немного заповедей для совершенного и полного служения. Как сказано об Аврааме, и ты нашел его сердце верным пред тобой. И он не и они не нуждались в такой отрешенности от мира, который выходил бы за рамки разумного среднего пути в соответствии с Торой. Послушайте, кто хочет что-либо понять, что происходит, что написано в Торе, что происходит сейчас и как это все расшифровать, вот тут находится ответ. Ведь мы иногда по ошибке указываем на персонажей в Торе, условно говоря, и говорим, вот видите, видите, как они себя повели, вот видите, так почему я не могу? Видите, у него там были жены, а я тоже могу, может быть, это так, совершенно неуместно. И даже приблизительно. Почему? Потому что нет никакого подобия между поколением Рабейну Бахе и поколением, о котором он говорит, а тем более, у нас нет даже представления нашего поколения о том поколении, которое находился Рабейну Бахе. Кто даже знает поколение предыдущее наших бабушек и дедушек, они хорошо знают, что они были другими вообще. А кто смотрит на наших этих внуков, вообще смотрит, ну, это что-то новое растет вообще, когда это не отношение никакого к тому, что все было. Все стерлось, все эти советские интеллигенции, эти стихи читали, чай пили, это какие-то такие... Странные люди уже были в глазах этих внуков. Какие-то они отсталые, мало что понимают, что волновало, какие-то разговоры вели, какие-то интеллектуальные, которые никто ничего не понимал. И какие-то книги читали толстые. Сейчас никто не читает толстые книги, сейчас только это краткое содержание. И тоже это надо, чтобы краткое содержание было кратким. Он обращает наше внимание к великим праведникам, которые Тора описывает. Ханох, Ноах, Авраам, Ицхак, Яков. Мы не можем даже приблизительно понять мотив их поведения, потому что у нас нет контроля разума над нашими чувствами, над нашим воображением, нашим телом. Такое, которое было у них. Видите, он говорит, дурное побуждение в этом смысле у него было слабо. Почему у него... Сила разума была сильная. Не то, что у них тело ничего не говорило. Тело очень-очень сильно просило своего. И тоже воображение было. И тоже у них чувства у них были. Но разум был силен. Тогда, когда разум силен, то ему не надо много мицвот для того, чтобы обуздать то малое, что осталось для того, чтобы контролировать. Слышите? У первого человека была одна единственная мицва. У Ноаха сколько было? 7. Это было достаточно, совершенно достаточно для людей, как совершенно, не надо больше, 7. Так и Авраам, и Ицхак, и Яков. Они сами соблюдали, взяли на себя устражение соблюдать повеление Торы, которое впоследствии будет только дано. Обязаны были только 7 заповедей. Что дальше произошло? Но когда сыновья праотцов сошли в Египет и прожили там более 70 лет в спокойствии и благополучии, вот оно, где проблема была. Проблема спокойствия и благополучия. Чего человек хочет? Спокойно, благополучной жизни, чтобы все тихо, что милиция охраняла, так? Войны не было, да. Холодильник забитый, телевизор или сейчас то, что сейчас есть, работал без перерыва, большой, плоский, красивый такой, и теплый туалет, я прошу прощения, да. И было удобно сидеть. Нет другого, все, тихо, это вот то, что тоже человек хочет, благополучие и спокойствие. А результат какой? Что человек таким образом, он пробуждает в себе все дурные качества, которые только есть. И тогда что произошло?
Когда они там вроде как уселись, хорошо успокоились, укрепилось их вожделение, усилилось материальное устремление и дурное побеждение превозмогло их разум. И тогда они стали нуждаться в такой отрешенности от материального, которая была бы антиподом по отношению к их возросшим вожделениям и помогла бы им в борьбе с дурным побуждением. И Творец дал им множество тогда заповедей, исполняемых из послушания, взамен такой отрешенности, которая бы не была необходима им по мере их возможности и несколько менее этого. А ну тут это важно объяснить. Слушайте, сейчас внимательно. Вопрос, который тут у нас стоит, который неоднократно спрашивают, он, смотрите, тут что придумали ограничения? Тора ограничивает человека, 613 заповедей, да? Есть там часть заповедей запрещающих. Скажите, это недостаточно? Пришли рабаны, пришли мудрецы Торы и наложили на это еще огромное количество, сделали оградой закону, сделали ограду, иди знай, сделали ограду на ограду. Еще тут это, то нельзя, это нельзя, то нельзя, то нельзя. То нельзя. Теперь. В наше время есть очень непростой вопрос, который поднимается. Называется хумра. По-русски? Устражение. Устражение. А ну вот пример. Кашрут. Раньше было просто. Кошер или не кошер. А промышленность, пищевая промышленность, настолько стала развиваться, что сейчас уже вопрос кошерный кошер, это уже это вопрос чуть ли не мудрецов, потому что даже в хлебе порой бывает 100 ингредиентов. Теперь нужно, чтобы каждый из ингредиентов, он был составляющих, он был кошерный. Теперь начинается вопрос. Вот у меня есть 30 таких, самой большой кошерности. Еще 30 есть, которые, так сказать, средние. И 40, или там даже 1-2, которые она, не знаю, надо искать, как его лятир, как его разрешить. Весь хлеб кошерный или нет? И начинается прояснение. Один говорят, этот кошерут, не, это вообще не кошерно. Этот говорит, это кошерно. Да. Люди приходят, говорят, что-то вы там устроили такое. Скажите, кошерно, не кошерно, будем знать. И начинается тогда, так давайте идем по минимальному кошеруту. Или наоборот, по максимальному кошерутку, как мы должны идти. Мы сейчас тут не разбираем тему, каждый из нас, как должен себя, пусть спросит своего раввина. Мы только говорим, когда пробуждается вопрос. А почему так много сейчас хумрот, много устражения с едой на Песах? Ой. С едой, кстати, я вам еще один пример приведу. Народ перестал есть клубнику. Равая обнаружил, есть такой, который выпустил книгу, вот с такими большими фотографиями, о том, что большинство клубники в Израиле, оно там ползают эти жучки и червячки. Нельзя кушать вообще. Единственная клубника, которая есть, это та, которая, значит, его, значит, полностью выбирает из нее всю клубнику, остается только форма, и теперь искусственным образом в нее это самое, эти химические, так сказать, вкусовые эти добавки, которые клубники вставляют в нее. И вот такую клубнику, значит, да, вот Бадас разрешает кушать. Представляете, до какой степени? А народ, что раньше не ел? Вообще не ели клубнику? Или не ели там? Люди недовольны. Почему устражнение, почему нельзя? Вот ответ. Вот ответ. Кто хочет услышать, он тут находится. Все эти устражнения, это вещь необходимая, как часть развитие человеческого общества, которое идет по направлению к тому, чтобы каждый раз еще больше разложиться. Что значит разложиться? Это значит, что они все еще больше ищут спокойствия и благополучия. Они получают спокойствие и благополучие, тем самым все больше и больше укрепляется вожделение, еще больше усиливается материальное стремление и дурное поведение. Все это теперь... Чем больше это, тем больше надо построить ограду этому. Это то, что он говорит. Это не хумры. Это совершенно, кто понимает, как устроено вот это
равновесие между силами зла и добра, хотите находиться со стороны добра, надо уравновесить силы зла. Вы повысили в себе силы зла, сами возьмите на себя ограничения, еще больше, чтобы их, наоборот, понизить. Вот это все, что тут сказано. Это очень-очень важный момент, который он тут поднимает. Теперь он это все это объясняет более подробно. Да? Говорит, и когда сыны Израиля завоевали землю Кнана. Обратите внимание, это он говорит только о том, что произошло в момент, когда евреи имели 70 лет спокойной в Египте. Видите, из-за этого они должны были получить Тору, в которой все было расщеплено уже на 613 заповедей. Надо было их, так сказать, со всех сторон давать им запреты, для того, чтобы они сделать противовес. Видите, противовес, как это, антипод, противовес вот этому увеличенному желанию грешить. И когда сыны Израиля завоевали землю Кнана и вошли в нее, они, насладившись ее благами, стали домогаться, кроме необходимого для пропитания, еще излишеств в еде, напитках, связи с женщинами, в жилищах. И чем больше они преуспевали в устройстве своего на этом земле, тем больше был ущерб для их разума. Видите? Значит, чем больше надо, поэтому мудрецы начали устанавливать им дополнительные ограничения, для того, чтобы это был противовес этому. Еще раз, скажем снова, не снова, продолжая. И чем больше прибавляется и укрепляется вожделение, тем больше разум ослабляется. Снова, это надо себе приучить. Слушайте, слышите? Чем больше прибавляется и укрепляется вожделение, тем больше разум ослабляется. И тем менее он способен к верному решению. И тогда сыны Израиля нуждаются в еще более высокой отрешенности от мира, чтобы посредством ее противостоять своим вожделениям. Слышите? И точно так же происходило и в остальных поколениях. Разум ослабевал, а вожделения усиливались. И во всякий час, когда люди занимаются каким-нибудь из дел этого мира, оно отвлекает их от дел мир грядущего, и поэтому они нуждаются в отрешении себя от этого мира, чтобы освободиться от него в тот час, когда они делают что-нибудь из дел, связанных с будущим миром, тогда как люди прежних поколений с их могучим разумом и посветленными душами делали дела свои в этом мире и вместе с тем дела во имя мира грядущего. И одно не причиняло ущерба другому, а у нас причиняет. А у нас причиняет. У нас разум, чем больше мы прибавляем и укрепляем вожделение, тем больше разум ослабевает. И чем больше люди занимаются каким-нибудь из дел этого мира, оно отвлекает их от дел мира грядущего. И поэтому они нуждаются в отрешении себя от этого мира. Вот простая зависимость, которая есть, которую надо знать и помнить. И, в принципе, тут он как бы, подводя итог, объясняет нам, почему мы должны дойти до этих, до меры отрешенности. И это, с его точки зрения, это вещь совершенно необходимая. Это не мера благочестия. Совершенно необходимая вещь, которую каждый из нас, кто ищет какого-то пути, должен знать, надо как-то себя ограничивать. Ведь самовоспитание, упоминал это слово. Воспитывать самого себя, ограничивать самого себя. Да, быть отрешенным только точно в той мере, в которой Тора повелевает. И не более того. И завершает есть эти врата Рабейну Бахе, практически поэзией. Мы тут можем только ее зачитывать, но по-видимому даже зачитывать не будем. Очень высокопарное обращение к нам, к нашему сердцу. Для того, чтобы мы продолжали изучать Тору, изучать этику еврейскую, да, то есть книги, связанные с этим, то есть исполнять все, что тут сказано. Это полная необходимость для каждого из нас. Если кто-то желает какого-то духовного роста, без этого это невозможно. Совершенно полная необходимость. Благословляет всех тех, которые добьются этого. Тут мы остановимся, мы завершаем. Завершили с вами врата 9, врата отрешенности. Перейдем в следующий раз уже к вратам 10, вратам любви. Ну, может быть, будет интересно. Всего доброго. Привет из Иерусалима.